Расскажи, что случилось в Меридиане. В 1865 году мы творили неописуемые вещи. Поиски возмездия. Мы распахнули дверь в ад, и через нее ворвался дьявол. Привели солдата. Значит, вы стрелок? Я еду на запад в поисках работы на железной дороге. Сюда! Это занятие не для слабонервных. Зачем мне тебя нанимать? Я готов делать что угодно. Не заблуждайтесь, прольется кровь. Лучше забудь о прошлом. А ты о нем забыл? Погибнут люди. Вы когда-нибудь были в Меридиане, мистер Джонсон? Я не горжусь тем, что случилось с твоей женой. Нацию, практически уничтожившую себя в гражданской войне между Севером и Югом, можно исцелить, лишь связав канал, подаривший Восток и Запад. Во все тяжкие, воплотив свою судьбу и ходячих мертвецов. И став великой нацией. Представляет новый сериал. Запомните мои слова, джентльмены. Дорога будет построена. Ад на колесах.